Сегодня новинка у нас на обзоре. Называется Forward Apache X. На 29-х колесах, резина Maxxis. Синий цвет вообще обалденный. Он переливается, он с блестками. Офигенный цвет. Это у нас будет, по-моему, 18-я ростовка или 17-я. Есть вот такой в 21-й ростовке, черненький. Точнее, серый, матовый. Спереди две скорости, сзади 8 скоростей. То есть очень дешевая трансмиссия. При этом будет работать очень долго и уверенно. Вилка неплохая, с блокировкой на 35-х ногах. Так что, ребят, за 25 тысяч это лучшее, наверное, предложение в этом году для людей, кто хочет найнер. И они есть 23-й ростовки. Сейчас будем собирать и все подробно расскажем. Сегодня на обзоре Forward Apache X. Модель 21 года. Модный алюминиевый найнер на 29-х колесах. Втулки No Name под брендом Forward на шариках. Сзади кассета. Кассета на 8, то есть велосипед бюджетный и недорогой, и как бы все диапазоны он будет покрывать. Впереди двойник. Двойник, представляете, двойник. С маленькой звездочкой со средней. Тоже, опять же, оптимально для нашей равнины и для гор, для всего. Вилка Forward работает с блокировкой. Фиг его знает, но говорят, вроде вилка неплохая. Я не разбирал и разбирать не собираюсь, потому что, видите, масло уже течет. Соответственно, если ее не обслуживать, умрет за один сезон. Если обслуживать, то года 2-3 проработает. Шток обычный, прямой, на шарах. В целом, что у нас здесь было? Втулки обе перетянутые, шатуны не затянутые, ничего не настроено. Сейчас проблема с задним ротором, надо чуть-чуть поправить. То есть велосипед собрали, пару раз понажимали на тормоза. Тормоза No Name, вот такие вот китайские RSX непонятные. Кривит ротор сильно. То есть за 25 тысяч в опте велик неплохой, за 35 в розницу, я не знаю, нужен ли он или нет, за исключением того, что у него есть 23-я ростовка. Сидушка интересная, целиком гель. Прям вообще вот это вот все полностью гель, прям мягкое. То есть вот это вот покрытие, оно как-то интегрировано во внутренний наполнитель. В комплекте идут крылья. Сразу же были оранжевые грипсы. Владелец сказал сразу, ставьте мне мягкие грипсы, ставьте мне модный звоночек, вот такой вот английский. И защиту для пера форматскую мы нашли. И подножка. В комплекте идет бесплатная подножка, но она не подходит под этот велосипед. То есть бесплатную подножку положили, но она под 26 колеса, под 29 не регулируется. Поэтому клиенту сейчас поменяем на более подходящую для этих целей. То есть велик интересный, велик такой модный, красивый, есть проблемки. То есть надо протянуть, надо все настроить, и все будет работать хорошо.